абрикос, принц колоновидный. Значит, сделаю отдельный фильм о гигантской афере по продаже саженцев. Вот. А мне стыдно перед финнами. Вы поняли, вот когда я вот это рассказал вам, эту анекдот этот, да, что мужу было стыдно, что жена у него не очень. Стыдно перед этим красавцем-олигархом. Мне стыдно перед финнами. Все, мы видели в пяти фильмах, так? Мы видели прекрасно. Пусть они не умеют работать по-настоящему, пусть в угоду технологическим жертвуют этим самым будущим развитием саженца, потерей морозостойкости, раны, пусть. И все равно это лучше, чем вот это вот. Если на свете нет ни одного колоновидного абрикоса, вообще нету. Берется фотография, очень удачная, один год, на следующий год здесь будет два абрикоса плода, а на третий ни одного. Вот. Понимаете, их нет на планете. Я буду про это говорить. А смотрите, дата. 9-12. Это все свежее. Сколько я таких фотографий, я хватаюсь за голову. Всю эту гигантскую аферу до сих пор вижу я один. Оно все мелькает. И я выбрал десяток самых раскрученных. Они каждый день, каждый час в этом же Яндексе. Каждый день, каждый час это мелькает, мелькает, мелькает. Ну как не купить? Ведь это же откуда людям знать? Их нет в природе вообще. Штамбы деревьев. Подчеркиваю. Привитых деревьев штамп – это выпрямленная боковая ветка. То есть от природы, когда ее отрезали еще раз, с боковой ветки. Я делаю теперь… Смотрите, вы скажете, когда-то об этом говорил. Яндекс появился, друзья, видели 60 тысяч? А я в другой раз вам показывал 350 тысяч просмотров. Помните? Вот, 350 тысяч. Появился Яндекс, я должен повторить все это. Это растет, это боковая, нет, не так. Это перед вами привитый абрикос. Если бы он был бы сеянцем, вот хрен бы тут бы что-нибудь росло. Ничего бы не росло на этой центральной ветке. Это, так. Но берется с боковой ветки, вот это 5 лет, 4, я как, чтобы 3, 2, 1, вот прирост. А на нем уже цветы. А его берут, то есть она получается взрослая. Однолетний прирост абрикосов, сведения всех, чаще всего плодовая уже с готовыми сформировавшимися цветами до самых верхушек, я показывал. И вот берется почка с этими цветами, цветы обычно не влияют, то есть цветочные почки сбоку, а ростовая почка есть. Вживили, вот выше показывал, помните, вживили, выпрямили. То есть она растет, ее выпрямляют с помощью кольев, как угодно. И она, о чудо, она боковая, и она покрывается вот этими. Но на второй год уже дерево растет, там тень уже становится. Так? На второй год она еще может чуть-чуть поплодность, на третий год, во! Вот и вся колоновидность. И вот это вот нигде, никогда, ни в одном справочнике, ни в одном учебнике никто никогда не скажет, что есть деревья сеянцевые, у них своя судьба. Это генетически готовое дерево. И есть прививка, которой еще надо прижиться к этой самой, к подвое. Она не, видели, я показывал. А сколько я вам показал, когда вот так вот, смотрите, приживается, а потом рушится все. Или портится, или отгнивает. Вот это все. Вот это должны знать все. Я говорю, это, и опять будет как-то названо этот фильм, как Юрий Владимирцев зовет. Ну, в общем, понятно, афера, это, или проще, на планете нет колоновидных деревьев. Ну, можно в скобках, кроме яблонь.